Через власну забутливість позбувся автівки. Власник ось цього «Пежо» загнав свого залізного коня у гараж, вийшов із машини, зачинив гараж і пішов у справах. А ключі від авто забув у замку. Он, вероятно, забыл выключить зажигание. И все системы работали. При включенном зажигании это то же самое, что заведенный автомобиль, только не работает двигатель. Ну что-то могло выйти из строя. Машина загорелась. Чоловіки, що були поряд із гаражем, почули вибух. Услышали запах, потом что-то рвануло. Ну, пошел дым изнутри. Позвонили в пожарку, приехала машина. Ребята все оперативно потушили. Пожежні виламали двері гаража та загасили палаючу автівку. Свідки кажуть, ймовірно, власник «Пежо» встановив на своїй машині нове обладнання. Воно могло бути неякісним, тому і виникло закорочення. Могло пройти все, что угодно, особенно от неоригинального китайского оборудования. Ставят себе обогревы сидений, китайские или неважно, какие, российские. От них тоже бывает воспламенение.